В ходе ОПМ «Карасура-2020» сотрудниками Жанакурганского районного отдела полиции при проверке дома одного из жителей района были обнаружены 18 коробок вещества растительного происхождения со специфическим запахом. По результатам экспертизы установлено, что изъятые вещества являются высушенной марихуаной. В настоящее время в отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК. В Кызылорде за незаконную вырубку саксаула задержаны браконьеры. В ходе совместного рейда областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также полицейскими, на окраине города остановлена автомашина марки «Газель». В результате обыска в кузове автомобиля было обнаружено около 2 кубов незаконно вырубленного саксаула. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса.